Итак, мы начинаем разбирать нашу куколку на части. Будем надеяться, что внутри нашей куклы находится фотография того человека, на которого делают эту порчу. Очень интересно. Что же там внутри находится? Вот не уколоться бы мне. Не уколоться бы мне. Странненько. Ничего вообще не видно. О, вот. Вот. Смотрите, ребят. Волос. Волос. Вот он. Волос нашли. Вот он. Вот такая порча. Делают вот такую порчу на смерть, используя волос человека. Ну-ка, сейчас посмотрим еще здесь. Может быть, здесь есть фотография, на которую что-то сделали. Нет, похоже, там пусто. Если бы была полость, это бы все. Ну и здесь тоже видно. Вот такая была куколка. А руки, ноги, голова с воткнутыми иглами. Внутри этой куклы мы нашли волос человека, на которого делали порчу. Ну, скорее всего, по длине волос, судя по длине волос, это женский волос. Конечно, скажем, установить принадлежность этого человека не представляется возможным. Я все-таки надеялся, что здесь будет находиться фотография, и тогда я выложил бы в прямом эфире эту фотографию и показал нашим жителям города. Кто-то бы там себя узнал, возможно. Ну, по волосу я не думаю, что кто-то тут в состоянии узнать, на него, не на него делали такую порчу. Ну, внешнего сходства тут нет. Так что, уважаемые дамы и господа, видите, да, на что способны наши сограждане. Относитесь внимательно к своему волосу, ногтям, фотографиям. Не выкладывайте это в открытый доступ. Знайте, что всегда найдутся добрые люди, которые сделают на вас порчу.